от руху солидарности разом Игорь Лельков. Шановне господарство, трагедия, которая отбылась 26 кровника 1986 года, это была не только наивеличшая в истории Беларуси техногенная катастрофа, это было так само наивеличшее злочинство прочатной коммунистической власти. Потому что замолчание наступа того, что отбылось 26 кровника 1986 года у Чернобыля, коммунисты забивали наших людей. Коммунисты забивали наши земли. Но вот если бы реакция была очень худкая, мы могли бы уродовать и людей, и земли. Они хлопали, и они забивали. На жаль, эту традицию коммунистической партии, которая благодарила тогда, протягивает сегодняшний Лукашенко. Режим хлопит людям про те наступства, которые есть реальные и для здоровья, и для наших землю. Режим замолчивает то, что отбывается у Чернобыльской зоне, про то, что сказали попередние ораторы. Режим снижая территорию 32 раза тому, на жаль, протягивается. И больше за то, зараз, они планируют у нас на территории Беларуси, Шматопутной, открыть российскую ядерную бомбу заповоленного деяния. Зараз проведка ГАЭС. Это есть российская ядерная бомба, которая рано или поздно выпадет. И это будет еще большая трагедия, и не застанется после этого Беларусь невядома. Тому, когда мы будем молчать, когда мы не будем сказать про это, покуль что, как уже было сказано, у нас еще есть шанс. Есть, когда ходу, как спинить это варьянство. А если спинить, его мы можем, то не тогда, когда нас будет шмат, и наш голос будет вельми мощным. И тому, вот мы распочинаем сегодня этот островецкий шлях. Наступное мероприятие островецкого шляха отбудется у Заславье 26 травня. Это суббота. Его совместно организовывает Рух солидарности разом и белорусская партия Зеленые. Заславье это не так далеко от Минску, не так складно добраться. Того я у всех запрошаю на то, как приехать 26 травня в Заславье и распочать этот островецкий шлях. Иначе наш шлях будет у них убить. Не АЭС на Беларуси! 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 Не АЭС на Беларуси!